День добрый, снова я. Сегодня у нас будет цыпленок под градусом. Берем цыпленку, достаточно здоровый, и отделяем полностью клет от мяса, стараясь не нарушать инструкцию. Да, чисто вырезаем максимально. Мясо отрезаем от кости. Самое главное, там, где здесь правильно раздела зверя, чтобы отделить все мясо. Чтобы надо было вместе косточки. Вот получается у нас такая половинка цыпленка, отделенная. Сейчас сделаем то же самое. Получилось у нас вот такие вот половиночки без косточки, две штуки. Что дальше нам надо? Дальше нам надо чеснок, соль, перец. Немножко вина, соевого соуса. Напоследок коньячку. Нам, наверное, понадобится 4-5 долей чесночка. Чистим, нарезаем. Чеснок. Включаем плиту. Ставим разогреваться сковородочку. Берем тарелку. Потом заготовленную курочку половинки. Солим. Перчим. Обязательно, чтобы оно вот все было целое, чтобы было одно неделимое. Поэтому при разделке старайтесь кожу не повредить. Масло, корочка наша нагрелась, добавляем немножко масло, начинаем жарить нашу корочку. Подготавливаем на горелочку его заходника. Все готово. То же самое проделываем второй часть. Мяса. Соуса.
Еще буквально пару минут мы делаем тоник, так немножко. Все с огоньком. У нас пьяненькая. Теплёный готов. Наша курочка готова. Снимаем её. Удовольствие, если это было кушать. Только белое мясо, пожалуйста.